10 seconds remaining. Ну что, друзья, мы возвращаемся в прямой эфир, продолжаем смотреть дальше за матчем Fantastic Five Natus Vincere в рамках финала турнира BTSU номер 1. Собственно, счет серии 1-0, первую карту Fantastic Five взяли, ну и вот карта по номерам 2 на ваших экранах стартует. И, собственно, драфты. Na'Vi, Radiant, Fantastic Five теперь будут сыграть за сторону Dire. Опять ОД забирают себе Fantastic Five, причем на первой же стадии. Возможно, герой недооценен очень сильно, потому что, если посмотреть на прошлую игру, у него вообще никаких проблем не было, и очень много дэмэджа он, конечно, вписывал. Ну, посмотрим, как Na'Vi будут отвечать. Они вот уже забрали Никс Ассасина, довольно-таки неплохая контра. За счет моноберна сжигает много маны. Но, опять же, очень быстрая БКБ появляется, как правило, у этого ОД. Ну да, через Дашу играют обычно. На мой взгляд, нужно просто Na'Vi активнее играть. Не как они вот в прошлой игре действовали. Просто УД фармил, зафармил себе Хекс, Шиву, и его просто было уже не убить. А пока он клипки, начинать потихонечку наращивать темп. Все и верно. В прошлой игре было много у них для этого возможностей, но как-то вот не использовали они. Посмотрим, что будет в этой. Но ровно так, как играли, конечно же, матч назад, то есть вчера, катали они очень резво, резко играли с ЕСом, с Инкингом, с Зевсом, прыгали, бегали, убивали, везде наносили какой-то кипиш, вносили дисбаланс в эту самую игру, какой-то хаос, и в этом хаосе оказывались победителями всегда, вот, ну а в этой игре был такой промежуток, там, порядка 15-20, наверное, минут, 20 много, 15-10 минут, где они практически ничего не делали, они просто дали возможность фармить Ахмо. Вы видели, к чему это привело, с одним хиксом, понятное дело, тащить было очень сложно. Но и действительно, ОД с Мидасом, Джаггер просто с БФом фармили очень быстро. Какие-то фармили, выиграли. Но вот сейчас у Na'Vi появляется инвокер, который за эту ночь потерпел изменения, немножечко его подфиксили. В частности, теперь он не такой жесткий, когда юзает Алакрити, там, да, у него сейчас урон и скорость атаки, собственно, немножечко понерфили. Теперь поменьше дает, и базовое количество сил уменьшили 2 единицы. Но тем не менее, Na'Vi в этого героя верит, и будет, скорее всего, Shadowhex показывать, как он инвокер умеет катать. Ну, Shadowhex, конечно, тоже тяжко ему пришлось в прошлой игре. Инвоком стоять против ОД тяжело, и вообще игра как-то не клеилась. Он вроде насобирал в начале фрагов, но артефактов у него особых не появилось для такого счета. Хорошего, как раз таки наоборот. Но, на мой взгляд, очень сильно еще вот помешало. Такие вот были какие-то критичные моменты, которые чашу весов совсем уж склонили в пользу Fantastic Five. Это пару ошибок Дитяра и не очень... Ну, я не скажу, что прям плохая игра Санейка, но относительно того, что было вчера, это вообще какая-то ужасная игра. Потому спасибо, что вчера он сыграл невероятно круто. Да даже просто в каких-то моментах, там, где-то не достал подкопом, вот так вот по мелочи. Вчера было все идеально, каждый раз. И, ну, разница есть, на самом деле. Так вот, по чуть-чуть, в итоге Fantastic Five оказались впереди. Ну и, конечно, в итоге такой точкой стали вот эти вот Рошаны, на которых там просто бездумно как-то умирал Ахмо. Его там цепляли, убивали очень просто. Вместе с ним еще и Artstyle никуда не мог уйти. Ну, просто потому что Artstyle там не мобильный, бы и не получал хекс. Вынудило. И Shadowhex, опять же, в Рошпите. Очень вот эта драка на Рошане сильно повлияла на игру. Посмотрим. А Fantastic Five как раз-таки, это вот если говорить о Na'Vi. Но вспомните вчерашние игры Fantastic Five. Как они действовали? Они неплохо действовали в начале, потом они чуть проседали. В момент, когда они чуть проседали, обычно у них были проблемы. В этот раз Na'Vi никаких вообще проблем практически не доставили Fantastic Five в мидгейме. И в итоге Fantastic Five, как всегда, выходит в лейт и просто в нем побеждают. Вот так вот, ну, выигрывая драку за дракой. Я не могу даже объяснить, почему у них это так вот в каждой игре получается. Но если посмотреть последние 5 игр, наверное, они действовали абсолютно одинаково. Na'Vi особо эта команда не меняется. Да, у нас теперь не вторая стадия драфта уже подошла к концу. Лина Стардар, Fantastic Five. Очень интересно, Стардар наконец-таки появляется у нас в драфте. И Na'Vi будут играть через Чена. Ну, окей.
Артстайл на чене. Это должно быть как минимум интересно. Артстайл славится тем, что у него самые низкие показатели ГПМов, нетворсов, нафармленных денег, XPMов и так далее. Вот по ходу окончания там всех карт, если посмотреть, сравнить там, во-первых, с другими игроками, во-вторых, вообще как на позиции пятого суппорта среди других команд. Вот. Но на чене тут такая опция, что здесь все-таки есть возможность немножко и пофармить что-то и вынести себе какие-то артефакты. Насколько хорош будет Артстайл на этом чене, надо поглядеть. Хотя, возможно, опять же, он будет играть просто на Vengeful Spirit и на Snake сядет ничем, будет им контролить. Такой вариант тоже исключать нельзя. Да, ну, Герокоптер от Fantastic Five заезжает ласпиком. Удивительно, конечно, да, что чен у нас оказался так поздно в драфте. Вот хорошая мысль тоже, вот я подчеркнул из чатика. Мы как-то об этом не... Мы объяснили, зачем ему медастровала на Миране. Но если подумать... Действительно, я могу собрать хорошие артефакты и бить, и быть полезным. Или я могу купить себе травела и медас, чтобы сплитпушить, когда у меня в команде и так уже есть антимаг и там Сенкинг, который тоже постоянно линии все отпушивает. Не очень синергично получилось. И если бы Мирана взяла себе вместо травелов за 2000 какой-нибудь ПТ, там быстрее появились бы барабаны и тот же Хекс, могло быть у нее... Какой-то БКБ. Ну, с БКБ она бы нормально с такими артефактами настреливала. Да, мы за стадию драфта, в общем-то, всю первую карту практически перерассказали, поэтому людей... Ну даже... да, ну а что тут сказать по поводу драфта? Тут Герокоптер Fantastic Five против очень Чена. Очень хороший отпуш у Fantastic Five в виде Лины и Герокоптера, такой отспам легкий, и при этом довольно неприятные линии имеются. Это УД, в частности... И... Ну, с Бейном, опять же, да, который в миде будет стоять мешать инвокеру и типа вообще по линиям гулять. При этом Джакиры появляются Нави, тем самым они очень серьезно углубляются в пуш. Есть такие теперь возможности. И это у нас, судя по всему, получается керри Vengeful Spirit. Вот так вот. Да, собственно. Ну, интересно, дитя Раси сел на Vengeful Spirit, Ахмо будет насложен на Никсеш, это вех в миде на инвокере. Посмотрим, как получится у Нави попушить в этой игре. А спавниваться, как ты правильно подметил, действительно есть чем. И Герокоптер, Лина подстреливаются, подкидываются. Позже Костик с блинком подъедет, будет врываться. Ну, в общем, есть чем ответить, скажем так. Но тут Артстайл должен просто... Ну, это же он на чине, наверное, будет играть. Вот вопрос, они до сих пор думают. Артстайл будет у нас... Ну, Артстайл хорошо играет на чине, если он там в форме. Он очень сильно... Как бы мы все не любили Ваню и его бесконечные там 0-10, но обычно роль у него такая. На чене, как я помню, он там просто дает ой-ой-ой. Ну да, он садится, в принципе, на чена, Санейка на Джакира, Ахмо на Никсе, Дитяра на Венге, Шадовек на Инвокере. Угу. Ну и Fantastic Five, Костик Слардар, Йол на суппорт линии, БЗ будет вместе стоять на Волдваворе вторую карту подряд, стоит на этот раз будет фармить на Герокоптере, Арзик. Капитан команды сыграет на... Бенни, суппорт Бенни, пятером, Fantastic Five, вот с маками, подходят чужие леса, и там могут найти дитяра, если он вдруг очень-очень-очень близко подойдет к этой толпе. Имеется у него такая возможность, сейчас посмотрим, есть чем зацепить, должен Арзик, если что, хватать. Так, смог спал, дитяра не понимает, что происходит, Арзик с липом цепляет стан от Лины, мимо ничего страшного, есть рокот Мэриджа, есть стан от Костика, и это легкий ферстблад для Fantastic Five. Ну и полностью, конечно же, отыгранные деньги за проюзный смог. Ну, хорошее начало. Сейчас еще и рунка им достанется. И в итоге Fantastic Five начинают здорово. Плюс ко всему зашли во вражеский лес. Здесь поставили вард, чтобы хоть что-то видеть. Хотя большого, как бы, контроля для чена они здесь не делают. Вообще, я тут посмотрел, а Fantastic Five в легкую ведь могут поставить просто соло-персонажа этого Слардара, а трипло оставить низ. То есть сделать боевую трипл-линию, зная, что есть чен в команде Na'Vi, то есть уже линии довольно серьезно будут ослаблены. Если поставить какие-то грамотные варды в виде перевещения чена, можно загнобить и Тиара. Слардар будет неплохо против Никса стоять. Бейн, если что, на мид перетянется, поможет инвокеру против ОД. Вообще была такая опция. Но вот решили более дефолтный расклад выбрать Fantastic Five все-таки. Ну да, мне нравилось. Мне тут нравилась трипла в сложных исполнениях. Можно было там делать фраги. Ну, хотят, видимо, чтобы Бэйн или там Лина не были привязаны, чтобы они могли постоянно где-то гулять. Ну, вот тут да уже немножко нужна помощь. Спрятал бедного Джакира, которого сейчас будут бить. Ой, как больно.
Ой, как больно Санейком. Liquid Fire вкачал, он, конечно, страдал довольно серьезно. Правда, Джакир готов к таким вот гноблениям, унижениям, потому что купил на себя много тангусиков, видимо, что этого будет сейчас стоять на линии. Ну, Шадувех через классы, пока стандартно тоже. Ёлка ж, дистанция атаки просто бешеная от Элины, вот он с этой точки вот отсюда пробивает. Как вот спрятаться от нее? Джакира такого рейнджа нет. Ну да, у Лины самый большой радиус, здесь ничего с этим не поделать. Ой, как уже. Бам тебе Шадовех по лицу. Ну, собственно, ради этого они не стали ставить трипл, чтобы иметь возможность вот так вот ОД помочь вначале. Для него важно сейчас вначале ему помочь. Инвокер, учитывая, что уже не такой сильный, как был в прошлой версии. Его вроде бы чуть-чуть порезали, и даже я бы больше скажу, его не то что порезали, его отбалансили. То есть в конце Алакрити еще более жесткое стало. Но в начале оно стало послабее. И вот эти вот 10 там урона в начале, которых ему срезали, они, конечно, очень сильно решают. Ну, потому что в начале это в процентном соотношении чуть ли там не 20%. Только там денайвал вообще любого героя на мите. Просто спокойно. СФ там с душами, неважно, какой-нибудь Пайпер и что-нибудь еще. Просто все равно. Инвокер кидает на себя Алакрити, добивает всех и все. Ну, к слову, кстати говоря, я не видел проблем, чтобы вот, например, те же самые Дабла, Бейн и Гирокоптер стояли снизу, Лина бы также могла миду помочь. И стоит, видим, Дитя Радис просто в соло на линии, никто пока не помогает. Ну, такой более пассивный вариант, но тем не менее он более надежный, с другой стороны. Линия, видим, довольно серьезно подпушилась, гость сейчас под своим тавером будет зарабатывать деньги, экспириенс. У него и так с этим проблем, в принципе, нет. В сравнении, опять же, с Ахмо, например. Так, Йол. Шадовек вообще играет без Алакрити. Ой, цепляют его. Ой, как больно. И не пошел бы ЗЗ. На самом деле, если бы пошел бы, скорее всего, добил этого инвокера. А вот это проседает. Ой, как больно. Еще один стан от Йола, пацана Айка. Нет, тут у него пассивки вкачаны, единичка, был бы третий уровень, был бы немножко попроще, потому что он бы сейчас зарядил эту пассивку на троечку и просто руки бы там всех растерзал. Но хпшная Санейка, чтобы вверх. Ну а Стив Сиреним Гостика подлавливает артстайл, дал стан, Никс погиб Тюреним от Гирокоптера и Бейна. Или от кого там, Гирокоптера и Бейна, да, все правильно. Ну а Гостик здесь выживает. Я могу сказать, что все плохо у Нави. Слардар стоит один в один с Вингой, и он... Ну, в общем-то, смотрится неплохо, он чуть там меньше крипов забрал, но его не убивают, и у него очень большой левел. Тем временем у Ахмо проблемы наверху его забирают. В миде, в общем-то, инвокер с Джакира тоже особо ничего с ОД сделать не могут. ОД нормально абсолютно стоит. Ну, вот инвокер чуть сейчас вперед вырвался, но это довольно-таки мало. Ну и как бы Чен пока что единственный, вот кто неплохо фармит и какое-то Нави преимущество привозит. Но ему не удается делать ганги. Он вот выходит, эту селедку пугает, но разок попытался, да, зацепить, но там оказывается Пурмен Шилд, и с руки особо не пробьешь. Пошли кушать, походу. Кушать прямо сейчас? Ну, катапульта... Катапульта, Слардар вряд ли один что-то здесь делает. Из катапульты можно тавер нормально разбить. Да, еще и много скелетиков, у них хорошая атака. Слушай, да, тут Винга прокачал на двоечку пассивку свою на четвертом уровне. Так вот оно что. Действительно, так пушить можно. И вставлять, стягивать сейчас героя Fantastic Five, как минимум привязать глиф, вот уже стягивать сюда Йол. Деваться-то некуда, тавер спасать хочется. Точнее, отдавать его неохота. Ну, возможно, сейчас Йол предотвратит. Нужно станчик еще по крипам прописать. Еще новая пачка крипов подходит. Нет, табор упадет. Табор здесь будет падать. Да, очень удачно вышли вот эти скелеты, конечно, этот сатир. Боже, Йол сейчас стрянет, сейчас стан. Йол, ну куда ж ты, боже? На ровном месте. Ну ладно, табор-то отдали. Ну ты-то куда идешь? Ай-яй-яй. Очень легкий. Ой-ой-ой. Выход на ОД. Он вовремя прячет себя. В этот момент заслипали. Инвокер дает ЕМП. Взрывает довольно-таки мало маны. Но заберут. Заберут ОД. Давай, давай, вот там отбивает. Ой, хорошо. Приходит Йол, теперь Санейка можно размять немного. Санейка уезжает Фейри Флайер, на развороте спав хороший, забрали уже Бейна, Йола тоже можно подмять. Йол дает стан, неудачный стан, потому что в инвокер он не попадает. Фейри Флайер от Йола, но тычку последнюю таки от Шадовек он получает. И это такой фитфест небольшой от Fantastic Five. Буквально за последние минуты полторы они потеряли трех героев на ровном месте. Ну, я бы сказал, колоссальный фитфест. Они, конечно, не потеряли ОД, но для того, чтобы засейвить ОД, они потратили ДПшку и двух саппортов. И получилось, что лучше было бы даже, наверное, слить этого одного ОД. Снизу вышка снесена, Чен очень вовремя вышел. На самом деле, вот это решение именно ломать тавер, оно окупилось. Особенно из-за того, что Йол еще там отдался. И сейчас Нави зарабатывают разом колоссальные деньги для шестой минуты игры. Они проигрывали 500, сейчас они 1500 впереди, и
можно это преимущество даже дальше наращивать сейчас с Ченом, продолжать гангать, с Джакира. Никс тоже вот за счет драки на миде поднял себе левел. Уже у него там 4.5. Да, все внезапно становится очень даже хорошо. Ну, кстати, вот в миду такие ТПшки были потрачены туда, в пользу того, чтобы засейвить ОД, но вот смерть двух суппортов — это на совести самих суппортов. В общем-то, можно было там вполне и не умирать. Но пошли слишком далеко, зашли и погибли. И абсолютно полностью с тобой согласен, что можно продолжать давить. И Artstyle сейчас, если насобирается весу модов, может продолжить, опять же, идти по нижней линии. Если они будут заходить уже на тир 2, там чуть ли не вся команда Fantastic Five будет стягиваться, что даст спейс для своих кор-героев на других линиях. Можно пойти в мид. Ну, то есть, если Чен сейчас будет активным, можно действительно стадию лейнинга выиграть. Но пока Чен еще в лесу, а ребята из Fantastic Five начинают окружать. Так, Йол поставил обсервер, его здесь видно. Санэйк идет до конца, Торнадо зацепил, ЕМП, возможно, достанет. ЕМП не достает. Но Йол все равно пострадал. Ахмо рядышком. Дал стан под себя, Карапаси провязал Ахмо, поздно. Есть слип, Йол под ликвидфайром погибает тоже. Ну вот отдача, Йол уже погиб в третий раз подряд. А с ним уже ловили Слардара. Слардара в очередной раз забирают, и здесь очень много крипов, и сейчас прям сразу идут пушить, учитывая, что Йол в таверне, выход довольно-таки неплохой может получиться. Катапульту переманивает Чен. А, это... только сохрани ее, сохрани, хорошо. Сохрани. Это очень, конечно, хороший крип, сейчас катапульта, плюс едет еще одна своя катапульта, и вышку здесь задефить будет тяжеловато. Artstyle очень здорово выходит, но что и, в общем-то, требовалось доказать, на Чене у него пока что получается неплохо. Да, очень тайминговые, вот, да, грамотные выпады. Сейчас появится у него левел 6. Каточка подъехала. Даже несмотря на то, что не удается сломать, вот каты постреляли, и минус 600 хп. Самое сделали. Главное, что стянули на себя три героя. Смотри, гости, Корзик, сверху они все сместились. На топе тут Ахмо пытают забрать. Пришел Шадувех, Торнад, ЕМП, все-таки Ракоптер, еще и с папом подцепились, то здесь стрял. Ну вот, пожалуйста, только суппорты ушли вниз, и пострадал Герокоптер, который почувствовал себе почему-то силу и решил в соло бить. Еще одна не самая нужная смерть Fantastic Five. Сейчас очень-очень важный и интересный выход будет. Идут втроем. Кого они здесь подцепят, это никого большой не видят. Вопрос. Они никого не видят. Вот сейчас выжил Витяра, сам вылез, сам вылез. Как спасать его? Вообще Чен здесь с Таном. Слушай, а Гостик может погибнуть. Гостик уходит на спринте. А весь прокат потратили. Элхил от Artstyle. И теперь на развороте можно драться. Пошел свап на Арзика. Зажимают его с нескольких сторон. Айспап. Подошедший Санэйк всегда помогает сделать фраг. Ускоряется еще так же Shadow вверх на хосте, но проказ давать не стал. Ибо Йол, БЗЗ и Гостик уже под своим тиратином. Но опять же, круто все в Нави. Да, вот о чем и речь, вот как бы как раз таки такое предчувствие было, что именно так это смог и закончиться, потому что Чен успел получить 6, он в принципе мог бы еще успеть отправить Вингу на фонтан, если ей было это тяжело, но Artstyle быстро сориентировался, понял, что ну просто может кентаврами затоптать команду Fantastic Five, их там мало, они слабенькие. Ну так и сделал. Да, развернулся и затоптал, в общем-то. Все правильно, там тем более Слардар-то был под спринтом, то есть дэмэджа получал больше. Прочувствовал Гостик на себе, что такое топ-то кентавра. И уже 3000 ведут. Герокоптер все еще в топе по нетворсу, но недолго ему такими темпами осталось быть в топе, если Нави продолжит хорошо вот так вот поддавливать. И сейчас Нави нужно сделать еще один фраг, вот они как раз за этим идут. Сделать еще один фраг и что-то спушить. Возможно, выход у нас будет на топ. Вот главное, чтобы Ахмо в это время не погиб. Ахмо-то подставляется, уходит в винте, то ставится сентрик, но немножечко не так, когда побежал Ахмо. Хотя вот видит все хоминг миссл. Еще один сентрик есть. А, да, есть. Ставится сентрик, прокастит, это минус. Но вот Ахмо здесь нельзя было умирать ни в коем случае. Он должен был сейнцировать, чтобы успела подойти команда. Боже, курьер просто! Через Барт пролетел и знают все Fantastic Five. И, конечно, раскрывается портал. Эх, Нави. Прямо сейчас вот будут встречать. Из этого грейжного стика. Сейчас их встретят. Вот здесь, еще одно ТП. Боже, подай спав. Узкий проход, кулдаун залетает, дитяра проседает, высвапывает противника, погибает он. Да, ну остальные, конечно же, вынуждены уходить. А не факт, что уйдут на самом деле, потому что тут Гостик уже пошел за Artstyle'ом. Да, стан. Санэйка пытается помочь, удар с руки от Гостика, еще один айспап, Artstyle, 42 хп, Торнадо, ЕМП, Шадоу Веха будет спасать. Но нет, вот это таки убил. Да, отлично сыграли Fantastic Five, просто шикарно использовали эту информацию. Здесь драка продолжается, копают, но нету дэмэджа для того, чтобы все добить. Но вот Акбар, вот прям грейжные стики тебе эти просто были необходимы. Без них драку было бы не затащить вообще никак.
В итоге курьер, который летел, он же не просто даже прилетел, он просто летел за ними, я не знаю, секунд 30, наверное. Ну, ошибка, я не знаю, Акбар продолжает исполнять что-то. Вот это уже реально серьезная ошибка. На самом деле, очень важный момент, на котором команды зачастую проигрывают важнейшие матчи. Вот эти вот курьеры, которые палят смоки. Так-то если был бы какой-то лейт, там могли их зажать в узком проходе, убить всех просто. Ладно, хоть стадия лейнинга еще не так страшно. ЗЗ. Нападают на него. Найс пав, пока вроде по таймингу. Торнадо будет залетать как раз-таки по ОД. И ОД... ОД ничего вообще не дал. Какие-то колдснэпы дальше последовали. Вообще какой-то остал, конечно, просто был завис. Ну ладно. Тянуть Вай, время. Ну, по-моему, не успел. Там просто анимация не хватило. Ну, да. Забирают ОД. Ахмо хорошо сыграл. Конечно, преимущество они подслили, но все равно Нави все еще должны первым номером действовать. Все-таки... У Чена все по-прежнему хорошо, у него есть ультимейт почти готова мека, и можно продолжать давить. Вот сейчас очень как-то круто вышли в мид после этого фрага. Йола отправили на базу, у него там маны, хп потихоньку кончались из-за ЕМП, и заберут вышку. Тавр есть, да, там гирокоптер немножко подсплетил. Надо. С катапульты, призвал катапульт, с собой ее катает, неплохо. Можно и так, почему бы и нет. Хорошие варды ставят в исполнении Fantastic Five. Посмотрите, они видят вот все заходы и выходы с мид-линии. Где-то вот еще видят как раз таки топ. Где был один тир, один тавр. Хороший вижен. И да, забываем, в чужом лесу стоит тоже один обсервер, видно дитя. Да. При всех ошибках как бы Нави, вот этих вот курьеров, стоит отметить, что, конечно, она была бы... Эта ошибка была бы не наказана, если бы не варды. Но варды действительно просто фантастические. Бэйна пытаются убить. Слипл, хорошо. Получает, правда, колдснэп, там Ахмой занизу вышел, Бэйна раскатали. Ой, пытаются еще и гирокоптер. Ну там тиммейты подходят, уже есть кулдаун, разворка Шадувеху, нужно уходить. Шадувеху пытал себя весь Rocket Barrage. Дальше пошли флеки, олл-хил Ачена неплохо. Дальше флеки долетают, потому что вверх под амплифаем очень много дэмэдж получает. Но вроде бы смогли спастись. Более-менее получилось. Как они вообще вышли? Казалось, что их там зажали просто... На гирокоптера зажимали только, а остальные-то под смоками бежали. Нас помощь спасали, сейвили. Или без смоков там, ну неважно. Нет, я про Нави. Их вроде бы с одной стороны Гирыч там поджал, с другой стороны вся остальная команда. Но удалось каким-то образом выбежать, всем выжить. А в этот момент Тера и Артстайл спушили тавер. Очень хороший получился такой мини-отрезок. Ну да, засплитили. Очень здорово вышло. Тиара прокачала на троечку как раз таки Vengeance Auru. Артстайл нафармил себе тем самым на меку. Ну, где-то кого-то потеряли, где-то, в общем-то, заработали. И возвращают себе былое преимущество в размере 3500. Ну и будут собираться. Ну, вообще, вот они примерно понимают, что, ага, значит, ОД был на миде, мы знаем, что он фармит себе мидас, мидаса будет фармить дальше. И если мы в мидгейме проявим себя чуть немножечко получше, поагрессивнее, поддавим оппонента, что, возможно, ОД себе не успеет вывести нужный айтем, мы просто выиграем. Видимо, с такими мыслями Нави направляются сразу же сносить тир 2 по миду и вынуждены вновь перегруппироваться в Fantastic Five и дать бой какой-то. Будет сложно, приходится. Соответственно, очень времени правильные напарнить. Мысли. Кулдаун. Крипочку так просто Артстайл не отдаст, конечно. Можно развернуться с новой пачкой. Кулдауна уже нет. Кулдауна нету, да. Чем теперь даться, вообще непонятно. Слардар все еще без блинка. Ну, Лина там сейчас будет спамить. Но есть мека, есть ульта. Да, и просто сносит. Нужно сейчас аккуратнее, сейчас вас цеплять будут. Да, вот Йола уже цепляют и идут дальше. Йола не стали прятать, потому что свап. Это... Дитяра. Да, хорошо, свап минус. Возможно бы и забирали с помощью Urn of Shadows, но это было ненадежно. Могла бы там Лина и выжить. Что с вами? Тут Fantastic Five были вообще не готовы к этой игре Na'Vi, хотя Na'Vi-то действуют... Ну, как раз выводы сделали отличные после прошлой игры. Они проиграли, потому что не надавили на ОД жадного. Сейчас они на него надавили так, что аж глаза вылезают у Деваурера от напряжения. Причем... И каждый раз... Да, давит по этой линии, где он находился, по миду, где бы он хотел там фармить много-много крипов. Ну и да, зашли на Рошан тем временем Нави, и вынуждены Fantastic Five теперь и тут бой дать, и не успевают, прожимают смок, а Егис-то уже забрал инвокер. И есть ли смысл? А сейчас сюда просто встрянет. Боже, Ахмо, ну чё ж не подкопать-то после удара с Виндетты? Ладно, есть Шатувех, который подцепит Фиолу, но можно было гирокоптер раскрыть. Можно сделать уже нарезку, по-моему... По умирающему Йолу, как бы с начала игры, он каждый раз является таким легким бонусом. Забрали вышку и Йола. Еще одну вышку, еще раз Йола. Потом еще вышку в миде, еще раз Йола. Рошана и еще раз Йола. И где-то он разок еще свидел. Пять раз. На миде.
на миде, когда было. Ну, в общем, довольно-таки забавная. Но очень это сильно сейчас мешает Fantastic Five, потому что им и так тяжело отбиваться, так еще и вот эти дополнительные деньги. Интересный артефакт является у Artstyle, он сразу быстро и Graves делает, но низкий кулдаун, конечно, позволит довольно-таки эффективно здесь. Пушить, да, все верно. Да. Но, правда, в любых других ситуациях, конечно, Artstyle, когда у него есть Аркана и Мека, покупает обычно Владмир с какой-то и с ним идет давить, но тут решил именно сделать упор на Guardian Graves. Смотри, еще и Венга с Доминатором с еще одним дополнительным крипом. И такая целая огромная пачка. Ага. Ну а Fantastic Five там свои артефакты еще не насобрали. Все, что у них есть, Ogre Club, на Сидом, есть Мидас. В общем-то и все. Гостик по-прежнему без Блинк Даггера. И непонятно, когда у него самый Блинк появится. Но суппортов, понятное дело, тоже ничего нет. Ну и в тяжелой ситуации Fantastic Five. Я думаю, что если Na'Vi не растеряются, они вполне могут запушить Тир 2 и уже где-то пробовать заходить на хайграунд. Так, вот сейчас мид выпад от Ахмо, ставится центрик, причем только-только был проставлен, Ахмо сразу же убили, проказ, и Ахмо, боже, Олхил, опять он жив, и Шатовех уже рядом, торнадо, ЕМП, двоих будет разряжать, Костик просел, от ЕМП просто взорвался, Йол без ЭП пытается уйти, ну спасибо, ЗЭ он не сможет, да, Спа ЗЭ подставился, слип от Арзика, таким образом продает своего БЗЗЭ, стан есть, хотя не факт, слушай, Шатовех под финским гриппом. Есть Ice Puff, Аегис теряет Shadow Vech, БЗ все-таки падает, Cooldown пошел, встречает Shadow Vech, Shadow Vech должен как-то уйти, да и уходит. Был поставлен центришник, но он на мизе очень быстрый. Добивает в очередной раз Йола, на топе тем временем падает уже Тир 3, ну в общем-то Na'Vi везде преуспели, драку выиграли и съели сторону. Как же они шикарно сейчас все сделали, абсолютно, просто на всех... фронтах успели и в меньшинстве разобрали врага, ну просто из-за большого преимущества. Да, переманивает доминатором крипа, у него становится 1400 кп, чем его себе возвращает. Спасибо, говорит Artstyle. У Гирыча ситуация просто аховая, он купил себе доминатор, чтобы застакать и зафармить какие-то арты, но в итоге этого ему, естественно, в такой игре сделать не дадут. БКБ нету, с инженьяши какой-то тоже нету, стороны сейчас уже нету. Ну, по-моему, тут Na'Vi в шаге уже от победы. Ну да, очень легко получилось. На самом деле, Ченнис, конечно, сыграл ключевую роль во всем. То есть и с стадии лэннинга начиная, и погангать успел, и пропушить успел, и вот вовремя скооперировать свою команду, чтобы направить на Тир 3. Тоже смог. И вот он, Владмир, с краски, который у него будет появляться. Вообще непонятно, какие здесь ауты есть у Fantastic Five. Им только надеяться на то, что внезапно Na'Vi перестанут их давить, и дадут возможность пофармить, но, очевидно, такого не произойдет. Из ниоткуда денег тоже не возьмешь. ОД вообще, ну вот у него 18 минут. ПТ Мидас, может быть, это не так плохо, да, то есть, но... Относительно того, что делает Na'Vi, конечно, ОД еще не юзабель. Да, он явно оказался не готов к вот такой вот игре. Ну что, Владмирс, полные леса своих крипов, Artstyle... Может уже потихоньку после этого выходить выгоним, но я почти уверен, что здесь до него не дойдет. Да, как-то вот Лина, по идее, которая должна была отспамливать и усложнять пуш, вот это очень сильно на самом деле сказалось, то, что она должна была усложнять, а получилось так, что она еще и облегчила задачу, потому что ее каждый раз забирали. Немножко неаккуратно сыграл здесь Йол. Ну, Гирыч, конечно, кулдаун это здорово, но на одном кулдауне далеко не выйдешь. А больше никакого ауета и нету. И... С инициацией тоже проблемы. Слардар вот только сейчас взял блинк, но если он запрыгнет, его там в порошок сотрут. Ну да, тут уже надо было решать эти вопросы с пушем на стадии зарождения этого самого пуша. То есть, может быть, активнее играть, может быть, ганга Чена в лесу. И я по-прежнему настаиваю, что если бы Fantastic Five поставили агрессивную триплу, все могло быть немного иначе. Уже загнобили бы дитяра, не дали вылезать спокойно Чена, потому что там же находились суппорты в лесах. Ну, то есть, можно было сыграть немножко поэффективнее и поярче, скажем так. Сыграли пассивно, решили пофармить, но фармить им особо не дали. Ну, тяжело сейчас... сказать, что было бы. Там тоже есть масса таких подводных камней. Триплу против Чена ставить немного опасно. Вот сейчас очень хороший выход может быть. Это такой последний шанс, но заходит хорошо, Пайп успевает. Лил, Шадовек. Просто Шадовек всех спалил. Торнадо ГМП и прекратил на корню эту самую атаку. И в итоге сейчас Fantastic Five будет падать. Guardian Griffs, конечно же, под хилы. Минус 2 уже сделали, Бейн падает минус 3. Красавчик Шадовек. Ну что ж, просто
легко и прям как по учебнику выигранная карта Арсел от Нави. Арсел заканчивает игру топовым нетворсом. Он просто за все игры это сейчас скриньте, ответил. Скриньте, распечатывайте и вставляйте в рамку. Это уникальная игра. Но на самом деле Чен у него, конечно, очень крутой. Просто разобрался в этой игре. Там даже не по микро, микро особого здесь мы не увидели. Ну, просто потому что оно и не пригодилось. Чисто вот тактически разыграл очень сильно. Ну, были микромоменты, где он там топтал своими кентаврами, не растерялся и так далее, и выходил гостика ганкать, а тут удачно где-то не особо пытался как-то микрить. Ну, в общем-то, да, по большому счету там главные были действия от самого Чена, что он предпринимал по ходу этой игры, а не как он владел своими сумончиками. Ну, получилось круто, получилось очень круто, и легко возвращаются в серию, скажем так, Na'Vi, счет сравнивают, 1-1 он становится, ну и у нас, получается, остается такое новое BO3, что называется. Да-да-да. С самого начала будем смотреть. Ну, конечно же, да, счет 1-1, все-таки Best of 5, и третья карта будет насыграна после короткого перерыва, поэтому настоятельно рекомендую вам никуда далеко не уходить. Мы с вами после короткой паузы вернемся и посмотрим, как у нас дальше будут складываться дела. Не уходите.